Всем привет, дорогие жители пустоши, с вами Рязан, и я продолжаю играть в Мэд Макса. Так, кто это тут у нас стоит? Здорово. Ой, тачку чините, да? Я смотрю. Ну давайте, чините дальше. Бум. И вот так вот делаем. Все. Что ж, починили на тачку. Ну а мы отправляемся сейчас ловить как-то Чихпыха или как там его. У него есть свой конвой. Нужен его конвой, да, собственно. И нам нужно их вынести. Так что давайте отправляемся прямо туда. Радостно-то как. Опа. Двое ублюдков не дадут нам нормально с конвоем разобраться, поэтому мы с ним сейчас решим дела все здесь. Ты тараниться будешь, да? Пошел-ка ты нахрен, ублюдок. Так, могу ли я сделать себе гарпун нового уровня? Серьезно? 900? 900 лома. Где я столько найду? Ну, ладно, понятное дело, мы столько найдем в игре, но это будет очень долго. И мне, к сожалению, сейчас бы очень сильно пригодился четвертый уровень гарпуна, и можно цеплять тачки и все остальное. Так, где-то здесь у нас конвой должен проходить, Чихпыха. Но где они? Так, надо с этими пацанами разобраться, чтобы они не мешались нам. Я не люблю, когда кто-то мешается, понимаете? Чё стоишь, урод? Ты уже мертв. Так, где хренов Чихпых? Где он ездит? Покажите мне его. Я с ним разберусь. Так, где-то по этому маршруту должен быть конвой. Ага, по-моему, они там едут. Сразу выносим всех, кто здесь находится, чтобы нам не мешались. Опа. Ну что, это конвой? А, нет. Какой-то урод. Сука, таранит меня. Долго не дотаранишь, тварь. Почини пока тачку. Get to work. Пока тут отдохнем. Где ж хрена в конвой? Почему я не вижу песков в небе? Где же они? Давайте искать. Надо проехаться по маршруту. Мы наткнемся на них обязательно. Бензак в открытую возить, да, это немножко сумасшествие. Так, ну и где они? Где они? Алло. Ну там, по-моему, кто-то едет. Может, это и есть тот самый конвой?
Да, должны быть они. Отлично. Ну что, вы готовы, ребятки, к разборкам? Блин, еще одна тачка сзади. Ну, тут и так как достаточно. Так, попробую сразу вынести главную тачку, если получится. Если дадут это сделать. Так, 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 так. И стреляем! Ах, вы суки, как же меня продамажили. И еще раз стреляем. Перезарядочка. И бум! Отлично. Как же тут жарко сейчас будет. Фак, вы еще и давите меня. Охренели? Вылазите, давайте разберемся. На, сука, на. Ты хочешь? Получи, распишись. Скинхед недоделанный. Все. Забираем украшение на капот. Давайте его спереди. Миссия пройдена, ребятки. Крепкий орешек. Так, брюхорез готов нам выдать новое задание пустоши. Есть несколько заданий пустоши, которые надо будет сделать. Так, это что за... Вы мою тачку тараните! Ах вы суки! Вы реально попутали, пацаны. Понимаете, на кого вы тут наезжаете? Давай, давай, давай. Это была большая ошибка вам таранить мою тачку. Вот что я с вами сделал. Так, ну что, нам, по-моему, Джиту, да? Да, нам Джиту надо отвезти украшение, коготь. Этот самый. Давайте туда отправимся. Почему бы и нет? По пути у нас тут, кстати, грифа. Грифа, с которым я бы не отказался повстречаться, дабы получить у него очки, так необходимые нам. Кстати, я думаю, здесь попаркуемся, чтобы потом быстренько спуститься сюда. Так и сделаем, да. Здесь я, наверное, навряд ли запрыгну к нему. Хотя, может быть, и можно как-то. Ну-ка, давайте попробуем. Нереально интересно. Так, давай, 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 Максимка, давай! Эх, не получается, да? Ну-ка, отсюда. Так. Почти. Оп. Оп. Не. Ну же. Не, ладно. Это, я думаю, можно было бы сделать, но на это придется потратить уйму времени. А у нас нет столько времени. Поэтому нам надо просто вот тут вот обойти. Спокойно, в пустоши. Кстати, Макс с такой бородой мне нравится гораздо больше. Что нам теперь скажет? Shadow told of your coming. Let us begin what you will become.
Так, на этот раз он решил поменьше говорить и побольше дела. Можно прокачаться. Да, можно прокачаться. И мы вкачаем разумность, вкачаем интуицию и режим ярости дольше. Давайте вот так вот сделаем. Повышение уровня. Дикарь 10 уровня. Ну, для чего я там оставил тачку? Чтобы быстренько здесь спуститься. Кстати, тут у нас место поживое. И здесь водичка. Вот сюда я загляну. I don't mean to question your saintly methods, but the angel calls for our holy work to go on. Мы продолжаем священный труд, не переживай. Крестьянщик. Into the divine embodiment of Greece and metal and fulfill the holy task which the angel combustion has bestowed on us. Во, наконец-то у меня крутые детали. Сзади череп, спереди коготь. Так, давайте немножко водички мы наполним себе во фляжку. А то как мы будем жить без воды-то? Согласитесь со мной. Так, по-любому здесь, наверное, кто-то есть. Да, тут снайпер. Спускаешься, да? Ну давай. О, еще выбежали придурки. Камнями кидаются. Ну, эти какие-то слабые совсем уж. Так, еще водички попить. О! Это то, что нам надо. Отличное место. Так, дадим нашей малышке попить. Так, положить в багажник. Сейчас мы попьем. Сколько здесь у них воды? Ох, повезло, на всю фляжку. Так, что сверху? Помимо трофеев, лом. И еще лом. Ну что, ребятки, нам пора к Джиту. А здесь у нас еще один конвой. Но надо двигаться по сюжету. Так, думаю, тут мы можем сократить.
Давненько мы не бывали в крепости Джита. Так, а вы что тут, придурки, забыли? Понимаете, что здесь наша крепость? Да, правильно, отступили они. Я бы им не советовал сюда соваться. Ну что ж, что скажет Джит? Да, это моих рук дело. I hear it's possible to tear down the jaw with this. Oh, that sounds like Gukesh, John. But it's possible. With a pinch of black magic. What do you know? Ha! Oh, you got balls the size of boojums. And you done us some good, granted. So hear me. You'll need to get your harpoon reinforced to get through that first gate. Easy. But your biggest hurdle are those hinges. That's why it all calls for some black magic. Explosives. Oh, yeah. With the talon, build you an explosive jag tip. Blow those hinges right off. Boom. Let's do it. Так, черная магия, миссия. Нам нужен взрывной наконечник. А что для этого нужно? Выберите категорию гарпун. Установить улучшение гарпун догмы. А следующее улучшение что нам дает? Время перезарядки 25. Ну давайте вкачаем сразу же, чтобы не париться. Супер. Что ж, давайте заберем вождя, да. Итак, гарпун — это самое мощное оружие в арсенале жестянщика. С его помощью можно уничтожить врагов, постройки машины с безопасного расстояния. Прицельный выстрел. Быстрый выстрел. Ох, ни хрена себе. Как же Джит бесится с этого. Вот это обалденно, ребят. Да, это реально круто. Ну что, мы отправляемся в пасть. Охренеть. Погнали. Я только за. Мы готовы, ребятки. Все было ради этого. Я думаю, нам надо подэкономить немножко гарпун этот вот мощный. Так. Там у нас будет лагерь на пути, но черт с ним. Это бы я немножко бы снес. Можно и забрать. Так. Нора. Трубопровод. Мы отправимся сюда. Так, а потом сразу же, собственно, отправляемся. Мертвый проход. Она же пасть. Прощай, ублюдок. Так, тут разъездились тачки. Очень много их здесь. Хотел уже прыгать на мою машину, на мою красотку. Хрена с два, ублюдок. Так, его нельзя вынести так просто, да?
Не люблю я такие тачки. Вот теперь без брони можно и сделать. Так, я хочу здесь залутаться. Перед тем, как отправиться в пасть. Размять косточки. Давай. О, здесь как раз много бандитов. Есть с кем поразвлекаться. Брось нож, мразь. О, мразь. Меня схватил. Это ему не поможет. Серия ударов. Всех вынесли. Так. Забираем нож. Забираем награду. Он задолбал там кружиться. А! What the fuck? Как ты сюда заехал, дебил? Ну что? Добивание заточкой мы сделаем. Да, это было круто. Так. Что у них тут было? Всего лишь столько лома, серьезно. Еще у них где-то есть вода, вижу. Так, бензин. Водичка. Я тоже выпил. Убираем фляжку. Ну а также, мне кажется, здесь что-то да будет. Вот. Супер. Все, возвращаемся. У нас шедевр. Дабы начать настоящую битву. Первую серьезную битву. Как-то я волнуюсь, если честно. Думаю, залутаться бы нам здесь. И можно будет что-нибудь допрокачать. Ну, такое, то, что не очень дорого будет стоить нам. Так. Опа. Это еще кто такие? Подрывники! Воу-воу-воу-воу-воу! Все, он сам себя взорвал, идиот. Первый раз таких сук встретил. Подрывников можно будет взорвать с дробовика. Это мы поняли. Ой, как это круто. На! Мразь, мразь. Сдохни. Еще и грифа появился. Так. Обалдеть. Какой бы придурок стал себя взрывать? Смысл тогда всего этого выживания. Так. До хрена лута. Стали для проекта. И лом. Так, что мы вкачаем, ребятки? Я думаю, надо вкачать или тачку, или Макса. Одно из двух. Кузов шедевра. Wild Hunt. О,
Nice. Изменили. Так. Внешность Макса. Мазут на лице. Ну-ка. О, смотрите, давайте оставим эту внешность. Также. Это что у нас? Увеличение урона, наносимого кулаками, на 20%. Естественно, качаем. Так. Навыки. Выстрел в живот. Пока обойдемся. Ножны с заклепками. Больше патрон может с собой носить. Конечно. Защита кисти стоит. Так. Стрел в живот мы уже не прокачаем. Двигатель. У нас скоро 8 цилиндров будет, так что... По этому поводу можно не переживать. Согласитесь. Наклейки. Украшение на капот. Рогачий коготь. Неплохо. Все, вылазим отсюда, с этой дыры. Ну что, вон она, наша цель. Но мы, кстати, можем там все посмотреть, я так понимаю. С воздушной разведки. Тут у нас гонки. Разведка рядом, поэтому... Ну да, мы сейчас потратим немножко времени, но ничего страшного. Так, снайпер. Чего-то он иногда говорит о них. Пулемет. Сейчас надо его вынести. Не достает, ладно. Мы эту фигню всю разрушим. А, вот здесь вот зацепим его. Да. Так. Все, теперь мы сможем подниматься. Как же здесь подняться, мне кажется, я знаю. Как? Опа-опа, на тачках мужики подъехали. Оборванец, я? Вот что за... Видели, как он выпрыгивал? Так, а можно эту штуку забрать у вас? Давайте, идите ко мне, я здесь, жду вас. В этой двери. Лишнее место, чтобы подраться. Давай, подходи. Этому приему я научился в аниме Блич. Драться в таких местах. На, сука. Так, может даже поесть. Можно эту хрень кинуть? Ладно, не буду заморачиваться. Так. Все, я полетел на разведочку.
Так, чувствую, сейчас реально будет очень-очень что-то интересное. Дизельные жилы район. Так, снайпер. Лагерь. Пугало. Так. Дизельные жилы. Но это мы открыли, понятное дело. Я вот хотел посмотреть, мы можем там что-то путево для себя рассмотреть? Нет, ни хрена. Ну ладно, просто райончик открыл, тоже неплохо. Видите, что все места, которые мы посещаем, потом вот здесь вот открываются. И вот вообще полная инфа. 100% инструмента, 26 места только открыл, 57 врагов, 66 отморозков, бойцов члена 69% и персонажей 53%. Так, этот придурок до сих пор там что-то пытается сделать. Давайте ему объясним, что не надо так кричать. Это плохо. Ну. Теперь у меня есть повод убить тебя. Потому что ты на меня первым напал. О, и друг твой пришел, да? Пацаны сами захотели драться. Все, погнали. Я вот теперь я 100% готов. Размялся. Залутался. Все очень круто. Что, это тебе не поможет. Поверь. Гонка среди дюн инфа. Что, на таран пойдем? Я не знаю, как мы сейчас все это будем делать. Дай бог. Прости с первого раза. Но я волнуюсь. Поддастся нам? Давай! Дыру пробили. И чё? Где все? Пасть! Так, вот эти хрени надо первым делом вынести. Есть. Похрен на тачке, сначала с ними разберемся. Второй есть. Воу-воу-воу-воу-воу, осторожней. Третий тоже. Отлично. Так, далее. Надо вынести снайперов. Я думаю, нам поможет в этом новый коготь. Есть, одних вынесли. Далее. Пошли нахрен, суки, пошли нахрен. Откинуть транспорт. Ну что, давайте подеремся. Пока наш друг чинит тачку. Снайперы эти хреновые. Деремся, деремся. Быстрее, быстрее, чини, быстрее тачку. Блять, снайпер. Ну а, сука, приемы из рестлинга. Всех вынес. Тачку он достаточно подчинил. Так. В общем, на это отъедем.
Не хочется тратить на него патроны? Так. Просто убрал ее с дороги, чтобы она нам не мешала. Так, мансуем, мансуем. Хотя вот там патроны бежат, так что... Ну что, ублюдок? А, не достреливает, блин, хреново. Мразь. Сука, ты понимаешь, что я тебя убью? Нахрен убью тебя, сволочь! Тебе не жить, так же, как и этому ублюдку. На, на! Мразь! Какие же вы тупые, блядь. Сука! Получай! Уёбок. Так. Сейчас мы залечимся. Долбаные дебилы. Ну а теперь... Знаете, что мне надо делать? Первый пошел. Так. Я думаю, нам надо это залутать все. Пригодится. Патроны. Перезарядимся. Ну что? Первый этап пройден. Скажем так, что дальше? Цепляем и тянем. Да! Пасть открыта. Мы прорвались, ребята! Мы сделали это! Это было действительно здорово. Новая локация, неизведанная. Красноглазка. Миссия Клубы Дыма. Можно следовать территорию, можно Гриффи отправиться. Ну, давайте. Все по порядку. Пугало здесь у нас. Да, первый этап по дороге Гастауну, в принципе, позади. Блин, надо эту хрень сломать. Да, посмотрите, новая, неизведанная локация. Это так здорово. Здесь даже песок другой. Даже пугало крепче. Огромные. Надо разогнаться посильнее. И сбить их нахрен. Есть! Там много запчастей выпало. Ух, вот это взрыв. Так. Все забираем. Так, мне нужно 9 сотен лома на сильный гарпун. Будем собирать все это дело. Я бы еще бы не прочь был встретиться с Гриффой, потому что у него, может быть, дофига способностей для меня. После каждой серьезной миссии он реально дофига отваливает. Иди сюда, брат. Мне нужен снайперов. Так, раньше тут была какая-то заправка. Блин, тут надо эти защитные штуки снимать. Садись, садись, не починишь ты это. Или не надо, подождите. А, не, надо. Так, первый пошел. Второй. Так, все сняли? Вроде бы все.
Опа. Здорово. Теперь у меня может быть два с собой ножичка. Еще больше патрон. Так, слушайте, реально классное место. Ну, посмотрите на игрушку Mad Max, она же реально четкая. Так, собрали лом. Есть у них тут что-нибудь пожрать? Во! Только подумал о еде, вот и она. Как же я есть хочу. О, супер. Я бы еще бы заменил на самом деле канистру с бензином. Вы знаете, что у меня там не очень много бензака осталось. Что, новый райончик? Крепость Красноглазки. Так, пугало. Сложность 4, лагерь помойки. Да, вынесем их легко. Специальная гонка. Ну все, вроде бы. Райончик такой себе. Вот, до хрена песков. Шнуровка называется. Прям реально дохренище песков. Кстати, я не все пометил. Надо все пометить. С той стороны надо. Обязательно. Так, снайпер, пугало. Пугало. Ага. Все. Теперь точно все пометил. Опускаемся. Давайте встретимся с Красноглазкой. Конвой вижу. Почти на месте, ребят. Почему-то у меня субтитры пропали. Что очень странно. Давайте я сейчас перепроверю. Почему-то субтитры пропали. Это, ну, хреново на самом деле. Так, субтитры. Нет. Применить. И после сохранения нажимаем еще раз «Да», «Применить». Так скажем, обновим игру. Ху-ху. Hello? Smoke rises. Roots have descended. Oh. Cannon, piston. We must make our presence felt. No. There's no reason to risk our skin here. If Pink Eye should die, we'll use the gear that's in there. Так там бомбят крепость. Your fabled fingers are nimble enough. My fingers won't fail me, Saint. But these defilers, the very same ones that destroyed my sanctum. Saint, summon into mind the horrors they brought. They will do the very same here, and they will leave no sacred tools. They'll burn what they can't carry.
Так, ну жестянщик переживает, говорит, нужно помочь. Вот. Ну что, разборочки? Разборочки эти будут в следующем выпуске, ребятки. Я думаю, пора заканчивать. Спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайки и подписывайтесь. Ну и самое главное, это любите играть и в игры. Увидимся совсем скоро. Всем пока.